Так, здесь совсем меня внутри. И мы продолжаем играть с итальяном полицейка. И полиция контрабанда полиция. Так, ой. Опа. Нихрена себе. Это что-то новенькое. Так. Нет, зеркало красное, отлично. Так, что у нас тут? Строительные материалы. Так. Шолек. Тут имя. Давай, Атрич. Документы сюда. Акровротай. Он заляпан, ладно. Не впадлу. А это я уже номер паспорта вижу. Зона новой машины. Ага, ага. Ну, со всех сторон должен быть одинаковый. Ну, где окно, мы точно такое же. Ты уже по одному номеру паспорта не проходишь. Так. Октябрь действует. Май действует. Фотка ебальник соответствует. Так. Опись грузов. Ты не дал мне опись грузов, кстати. Потому что ты никуда не везешь, молодец. А, значит, вот это вот может. Тип автомобиля Сагах. Подожди. Угу. Тип автомобиля нет. Вес подходит. Печати. Вы похоже на правду не будет типовый бланк. Похож на правду, но это... Так, ты поднял, вижу стекло, так. Ага, ага, оба зеркала есть. Цвет машины, блядь, меня напрягает на самом-то деле. Там, по-моему, коричневый и красный, да? Да. Нет. У вас паспорт не сходится. Паспорт не сходится. Пиздуй нахуй отсюда. Ребят, я на минуточку. Хуёв, у меня машина требует минут. Снего дайнара. Ат Мадуро. Так, цвет машины бежевый. Отойди. Ну не похож. Пропшаю от документа. О, там торговать было можно. Ведь то вас зарубтанечко, а я лейно откупиться это вас. Ладно, так. Имена надо только проверять. Унитаз, так. Вот давай техника, все отлично. 1P84 Y7E2. Все. Вроде бы да, это Азам. И... Ой, блин, не то. Y2. Да, это он. Так. Опа. Дед, у тебя вес автомобиля? Зеркала есть. Ебальник. Похож. Так, сроки действия. Июнь, сентябрь.
номер паспорта отрезов, вот опись грузов. Отдайте. Пол унитаза. Опись грузов соответствует и, соответственно, номер. Ну, 5-5. Номер соответствует. Печать пол-2. Блин, у тебя только вес не соответствует. Так. Собой. Вечта? Так, на типа. Как отказываю в въезде. Дед, у тебя машина на 200 сока килограмм. Не тап. Я тоже, да. Вот перед воротами выкинул бы на 200 килограмм всякого говна, я б тебя пропустил. Ну, пропшаяч! Это наш выборочный контроль. Работай этому, ач вы добраться ладко промота. Так, серый. Снего дайнара! Пропшаяч! Гони документы, сука! Буду это порядко. И выходи нахуй отсюда. Ты в розыске, ты в курсе, молодоч? Во чё, Дайнара? А чё ты хотел? Где-то я тебя видел. Не повезло тебе. Так. Ладно, давайте машину досмотрим. То вдруг тут тонны наркоты просто. Ну или не только так. Может, просто за какую-то хуйню разыскивается, а я тут машину шпанаю. Просто разыскил, слушай. Ладно. А да. От Мадуро. Максимка, давай. Просто преступник понял. Нет, сука, зеркало. Нет одного зеркала. Отойте. Отрыть. Окровротай. А, вы не могли бы выйти? Я ориентировку на похожую машину. Я хотел бы осмотреть ее. Это что, ваша хандлю? Стандартная практика, не волнуйтесь. Акро нурмаес меноца. Если вам нечего скрывать, то вам ничего страшного не грозит. Бля, я надеюсь, что я просто так.
машину шмонай, потому что, ну, один преступник у меня уже есть. Если будет еще один, будет один, кстати, нет бампера, я сейчас заметил. Так, я надеюсь, это настоящий. Я просто нет. Потолок не проверили. Но это совпадает, так, отлично. Фотка совпадает, так. Имя, фамилия, так, начнем с этого, так. Само сложное прочтение для меня. Так, X8. Печать меня сейчас не устраивает, так. Вот не Вана. Вать, отдать листо! Вернись в машину. Хорош, товаришу. Обратно давай. Я машину вместе забыл. Вес подходит, так. Иван 4x4, так, ну. Так, объединенные райли, давайте. У них есть, да, все нормально. Так, норм. Срок действия май, июнь. Сроки норм. Номер, норм, фото, офис, курсов, тип автомобиля. Регистрационный номер. Нормальный. Вес в норме. Печать номер, правый равно. Так, просто начнем отсюда. Так. Нет одного зеркала. Нет одного бампера. Все в ровном месте. Нет еще одного бампера заднего, кстати. И все. Это первый, кто проезжает, кстати. Пока. Алара, чло. Да, сваливай. Пока. Давай проверим кристалл. Идеально. Это все, мать земная. Все на сегодня? Так. Ну, разберемся с придурком. Полицейскую машину. С него Дайнар. Да. Ух, не повезло тебе. Так, я еще от третьего лица буду пытаться. Как нашим зло. Чуть ДТП не устроил. Дорогу надо смотреть. Камеру. Да идите вы нахуй. Ты что, Его?
Ах! Полиция едет. Шолек, ваш вас иду. Отлично. Мы завтра прибудем. Все, дверь у меня. Пока. Полиция! Я победил, но тут что-то, видать, баг словил. О, машина разбилась. Вот гад. Ну, чуть-чуть лучше. Так, здание. Дорога. Нельзя лучше дорогу 2000 надо. А. Ограждение. О. Давайте ограждение лучше. Улучшение. О, ничего себе. Сотрудники. Вообще засада. Вот, да. Миссии нет.
работа пошла. Варишу, опна вы хорошный спалище. Готовач на жиробот саденная? Так, посадник чуново. Ничего, но... Забор, ну... Все еще хлипенький, но лучше, чем был. Так, а мы записываем уже долго, поэтому всем спасибо, кто смотрел. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и пока. Увидимся в следующей серии. Пока-пока. А что было дальше, вы узнаете в следующей серии. Всем пока.